на этом самом сурвайвале и... Да. А надо вспоминать, походу. Звук или занятие... Говно. Защитный комплект. Это не то. Комбинезон давайте натянем. Это тоже для ноги. У меня же было что-то для рук. Чуваки, а что за ложка у меня торчит справа? Кусок ремня какого-то. А, это по совершенно мутному квесту, где надо кучу супермутантов перебить и освободить сумасшедшего чувака, который Макбет дает почитать. Ну ладно, зря так патроны потратил. Только что купленные. Пистолеты разочаровали меня. То есть мне казалось... Да ё-моё. Это загнать, но когда он у меня появится? К тому же он, как я уже сказал, на него глушитель не ставится, так что... Козел. Смотришь, да? Вроде не самый отстой-то. То, что я вкачал. Супермутант с двух попаданий лопается. С другой стороны, я 18... Можно было бы... Можно было... Отлично. Я не понял, куда он ушел. Но вторая граната не задела. Значит, вглубь убежал, что ли. Тут довольно темно, так что моих 40% стелса должно хватать. Сколько? 4 в легендарного супермутанта-разведчика? Неплохо, по-моему. Плохо то, что у меня 10-миллиметровых патронов так мало. Говорит, зря качал пистолет. Ну, блин, понимаешь, тут стиль игры такой немного, ну, патронов. Что-нибудь. Ничего себе, какая эротичная картина. Здесь.